Всем здравствуйте! Наконец-то я добрался до очередного условно-полноценного ревью. Список групп, на которые я хочу сделать отдельное ревью, растет, а самих ревью нет. Грусть и непорядок. Будем исправляться, даже если такие ревью будут, ну, короче. Скажем так, они символизируют то, что группа чем-то для меня отметилась. Хочу поговорить о ней чуть подробнее. Я, в частности, понял, что одним из критериев отдельного ревью является невозможность описать музыку одним отрывком, ну и или возникает сильное желание поделиться сразу несколькими отрывками, показать группу во всей ее красе. Вот впечатляет она так, да? И в этот раз в наши сети попала английская группа под названием Фен. Не имеет отношения к сушке волос, насколько я могу сказать. Название группы образовано, скажем так, по названию региона в Англии The Fens. Мы поговорим про седьмой по счету полноформатный альбом группы. Называется он Monuments to Absence. Вышел он в прошлом 23-м году. Что группа считает, что они играют? Ну, среди тегов на Bandcamp довольно скупых. У них есть black metal, у них есть atmospheric black metal, у них есть doom metal, есть progressive metal. Теги хорошие. Скупые, но хорошие. Но я сразу скажу, я не знаю, откуда у них взялся doom metal. Возможно, из более ранних релизов, да? Я слышал один из предыдущих альбомов группы и что-то из другого более раннего альбома. Они играли там то, что, если я не ошибаюсь, называется вот прям атмосферик black metal в его классическом, ну как, условно классическом понимании. Такие длинные треки с бесконечным тремоло, медленным тематическим развитием. То есть не psychedelic black, конечно, но тем не менее. Мы про это как-то говорили в одном из коротких дайджестов, да? И я для себя отметил уже тогда, что музыка, конечно, качественная, имеет какую-то своеобразную, необычную атмосферу, но тогда она меня почему-то не шибко зацепила. Поэтому от данного конкретного альбома я особо ничего не ждал. И зря. Этот альбом стал мне нравиться с первого же трека, мать его. И я, честно, не сразу понял, кого они мне напоминают. Ну, сразу понял, что не пожалею, что начал его слушать. В интернетах пишут, что Фен больше всего с большим отрывом похож на известную группу Агалох. А я плохо помню Агалох, я их слышал, но помню их плохо, поэтому я не могу вам сказать, так это или нет. Но я неплохо знаю другую группу, которых Фен мне очень напоминает. Смотрите на этот короткий отрывок.
Это же современный enslaved. То есть не просто где-то там около, а первый же риф с отрывка прям очень напоминает музыку enslaved после условного 2000 года, да, вот последние 20 лет. Я хоть убей, не могу найти риф enslaved прям с таким же ритмическим рисунком и очень-очень похожим гармоническим оборотом. Вы уж простите, я честно там перетыкал по дискографии, что-то вот в голове вертится, а в руках не находится, скажем так. Я уверен, что знатоки откопают. У нас, по сути, в стилистическом плане имеется прогрессивный металл, в хорошем смысле слова, это вам не Dream Theater, да? На основе блока, с большим количеством выразительных средств из блока. Можно сказать, прогрессив блок метал. Enslaved, если что, на всякий случай, это одна из лучших групп, которая вышла из норвежской блок-сцены. Это титаны, титанище, можно сказать, и до сих пор дают просраться молодежи во всех смыслах и направлениях. Хотя, конечно, годы дают о себе знать. И справедливости ради, у Фен музыка в целом, наверное, поэкстремальнее, чем последний, особенно релиз Enslaved, пару-тройку. Но сходство местами просто поразительное, как на уровне конкретных выразительных средств, подбор гармонических оборотов, структура рифов, тембр вокалов, чистого, экстремального, да, так и на более высоком композиционном уровне, ну, в умении порхающе переходить от мрака к свету, от минора к мажору, развивать, углублять темп, связывать их в единое композиционное целое. А композиции тут длинные, тут же 8 треков на 67 минут. И чтобы вы понимали, я пока его слушал, этот альбом, я записывал себе, какие вот кусманы стоит отметить в ревью, что стоит включить. И потом обнаружил, что у меня де-факто записана половина альбома, наверное, да? Вот этой буду из серии с этого момента отлично, вообще отлично. И опа, уже 6 минут прошло. Ну, как-то так. Это было очень сложно. И чтобы показать вот все это, наверное, стоит поставить какой-нибудь отрывок подлиннее. Ну, если честно, у меня прям рука не поднялась его где-то резать.
Группа также хорошо работает с динамикой, и даже вот пресловутые, знаете, вот интро песен, вот эти вот тихие вступления, там бла-бла-бла, подводки, да, они прям настолько хороши сами по себе и в плане, собственно, подводки, что даже хочется их переслушивать. Вот пример. Опять же, сходство с поздним Enslaved просто сквозит во всем. Вот простите, не могу не поставить еще один вот кусочек, при прослушивании которого в первый раз я просто чайкой орал. Это же Enslaved, мать его. Радостно орал, прошу заметить. И справедливости ради, тут, конечно, не только Enslaved в музыке, а вы в первом же отрывке могли заметить более, скажем так, традиционно блэковые, вот эти мрачно-минорные интонации и переборы, и они в музыке встречаются, ну, не то чтобы редко, но практически всегда метко. Вот пример.
Мне это напомнило, если честно, немножечко вот французский блэк, типа там Death Spell Omega или Bloodhouse Nord. Уж не знаю почему. Я это ревью, собственно, так долго делал, потому что я не знал, что именно сказать про эту группу и какие моменты включить в ревью. Вот все такое вкусное, да, и какие слова подобрать, и я, честно, не знаю. А музыка Фен на этом релизе мне очень нравится. Она взрослая, она красивая, она с кучей прекрасных тем. В общем, это один из лучших релизов, наверное, прошлого года в экстремальной музыке. Пусть даже он не вычурный, не броский, не экспериментальный, не авангардный, да? Зато эта музыка с тобой остается, ее хочется снова слушать и слушать после того, как проходит вот этот вот пресловутый первый период влюбленности, да? Очень интересно будет послушать их предыдущие релизы. Очень рекомендую послушать этот релиз, как минимум хотя бы разок, да, тем, кому нравится музыка Enslaved последних 20 лет и кому вообще интересна такая более прогрессивная, взрослая, вдумчивая, экстремальная музыка. Ребята явно очень талантливы, респект и уважуха.